Заседание комиссии по делам несовершеннолетних началось с вручения наград. Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Владимир Пресняков вручил благодарственные письма от главы города лучшим сотрудникам полиции подразделения по делам несовершеннолетних. Члены комиссии обсудили вопросы организации работы по профилактике экстремизма. Во всех учреждениях ведется работа по выявлению обучающейся группы риска, наиболее подверженных влиянию идеологии экстремизма. Так, педагогами регулярно проводятся информационно-разъяснительные мероприятия с воспитанниками учреждений в целях профилактики распространения криминальных субкультур среди несовершеннолетних. На учете у сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних 636 неблагополучных родителей. 180 из них выявили с начала года. С семьями, которые находятся в социально опасном положении, проводят профилактику жестокого обращения с детьми. Беседы с родителями, в том числе родительские собрания с разъяснением ответственности за воспитание и обучение ребенка. Проводится диагностика детей из социально неблагополучных семей. На период летних каникул для несовершеннолетних детей предусмотрена организация пребывания в пришкольных лагерях и загородных центрах. Планируется проведение спортивных сборов и соревнований для популяризации здорового образа жизни. Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События.